Ветеранская организация дает нам возможность активно и плодотворно общаться. Нас объединяют спортивно-оздоровительные мероприятия и развлекательные мероприятия. Мы проводим много соревнований. Ухтымский скороход, ухтымский пешеход. Мы проводим предновогодний марафон. С мужчинами провели такие состязания, с мужчинами-ветеранами. Смелые, сильные, ловкие. Провели соревнования на приз Героя Советского Союза Александра Павловича Шубникова. Пригласили на это соревнование детей из школы. Мы занимаемся, конечно, и серьезными трудовыми делами. 27 трудовых десантов, субботников мы провели по восстановлению Покровской Ухтымской церкви, которая восстанавливается уже 3 года.